Итак, друзья, сравниваем со старым обновлением. На старом обновлении у нас было, кстати, обновление было 17 января 2022 года, конкретно у меня. Короче, 1634 балла было. Graphic score 2060, кстати, сейчас стал 2120. И что увеличилось, ну, понимаете, на 60 баллов. И, соответственно, Psychic score был 948, стало 955. То есть небольшое увеличение. Но, опять же, кто-то скажет, в пределах погрешности. Но вот как-то так. Соответственно, вот такие результаты, собственно, следуют. Из этого то, что надо, конечно же, обновлять до последней версии Windows 10, несмотря даже на погрешность в производительности. Вот, собственно, и все. Обновляйтесь обязательно. Всем пока, до свидания.